Хочу спеть песню, очень хочу спеть песню из репертуара Максима Леонидова под названием «Письмо». «Письмо в прошлое». Тоже такая достаточно песня, мало ее крутят по нашим вонючим каналам. Вот. Телевизионным. Хорошие песни по вонючим каналам не транслируют. Поэтому хорошие песни поются для хороших людей и в хорошей компании. Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы рассказал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливее бы. Выучи французский язык, научись играть на трубе, и живи на полную каждый миг. Так бы я писал самому себе. Знай, что все тебе по плечу, верь в свою мечту и лети. Это не тиски и не кабала, я бы рассказал ему, что Господь. Это не кресты и не купола, я бы объяснил ему все про роль, ту, что так хотел, но не смог сыграть. А если было можно и бандероль, я б всего Акунина смог послать. Скоро ты поедешь на юг, вот тебе хороший совет. Не спеши, дружок, заводить семью, ждет тебя любовь через много лет. А хочешь, вышлю песню, письмо, ту, что все побила хиты. Спой ее в своем 78-м, ведь в конце концов ее автор ты. Письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо. Ла-ба-да-па, 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 ла-ба-да-па.